Мир вам, дорогие братья, сестры, друзья. Сегодня или вчера утром я получил вот такое сообщение от моей мамы. И она пишет: «Сынок, давно не слышу тебя. Где ты? Как твое здоровье? Молюсь о тебе». И я ей тоже отвечаю: «Мам, прости, что я не всегда могу почаще с тобой разговаривать. И я тоже молюсь о тебе и молюсь об отце». Знаете, я думаю, что молитвы родителей о своих детях, я думаю, что детей о своих родителях – это те молитвы, которые не прекратятся никогда. Не прекратятся до самого дня пришествия нашего Господа. Потому что мы настолько близки, вот родители, дети, что нам так хочется, чтобы милость Божья объяла нас. Вот родители мечтают это о детях, чтобы милость Божья, она объяла буквально, со всех сторон была защитой, охраной и оградой. У нас сегодня необыкновенное служение. Мы сегодня молимся о наших детях, чтобы милость Божья, чтобы рука Божья, она была всегда у них на плече, чтобы они чувствовали это, чтобы они ценили это. Мы ожидаем, что Господь, когда мы молимся, мы ожидаем, что Господь, Он будет действовать в них, что Он будет напоминать и подсказывать им, когда надо будет, защитит и убережет от чего-то. Когда вы молитесь о детях ваших, вы тоже это просите? Мы, наверное, все одинаковые. Вы знаете, мама написала мне, что я скучаю о тебе, а я вспомнил, ведь я тоже молюсь сейчас о своих детях. И я тоже скучаю, когда долго не слышу их или не разговариваю с ними. А сам не всегда бываю, ну, уверен в том, чтобы позвонить, сказать, успокоить. И я думаю, что для родителей дети, они всегда будут оставаться детьми, несмотря на то, сколько уже лет этим детям. Несмотря на то, что у меня уже у самого есть семья, и что моя дочь старшая, она замужем. И думаю, что для моей мамы разницы нет, сколько мне лет. Она все равно беспокоится о том, где я, что я, как Господь ведет меня, хранит ли меня, избавляет ли от искушений или испытаний. Но почему-то случается так, что не все наши молитвы, они оберегают наших детей. Почему-то они все равно попадают в какие-то обстоятельства, трудности, какие-то есть у них переживания. Почему-то не все наши молитвы о родителях тоже так случаются. Что же говорит Слово Божье? Почему? Почему не всегда это происходит? Мы сегодня будем молиться о детях. Но я думаю, что нам впору молиться и о нас самих. Потому что Бог ожидает от нас, от родителей, может быть, чего-то большего, чем просто молитва. Я не хочу умалить значение молитвы. Это очень важно. Но это только одна сторона медали. Бог ожидает чего-то еще от нас. Мы используем некоторые места. Очень много в Библии есть мест Писания, которые говорят о взаимоотношениях детей и отцов, родителей и детей. И мы многие места эти цитируем и даже помним на память. Я хочу сегодня несколько только мест взять. Хочу, чтобы мы могли немножко подумать, поразмышлять. Может быть, принять очень важное решение в своей жизни. Сегодня. Может быть, Господь и сегодня хочет изменить нас, молящихся о ком-то. И первое место, это записано в книге Второзакония, 6 глава. Там сказано так. Вы, наверное, уже знаете, о чем я буду читать, да? 6 глава. «И внушай их детям твоим». Речь идет о тех заповедях, которые Бог оставил народу своему, Израилю. И вот он говорит: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Одним словом, можно было бы сказать, в любое время. Как только есть какая-то возможность, написано: «И внушай их детям твоим».
Ну что же это значит «внушай»? Ну не спиритический же это сеанс какой-то, правда? Внушать, сидеть, внушать. Что же означает это вот слово «внушай»? А есть еще одно место Писания. Это записано в книге «Притчи», 22 глава. И здесь сказано так, 22 глава, 6 стих. 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Не об этом ли родители мечтают? Не об этом ли ваше желание и мечты? Чтобы дети до самой старости несли вот эту благодать, милость Божию в своих сердцах, не уклонялись ни направо, ни налево. Вот в этих двух местах есть одно очень важное слово. И это слово, оно, ну, может быть, ключевое для этих двух мест. Значит, в книге Второзакония сказано «внушай», а в книге Притчи сказано «наставь». И что же значит слово «внушить»? Внушать – это возбуждать в ком-либо какие-либо чувства. Это одно значение. Возбуждать чувства. То есть наши отношения – это не просто слова или диалог. Это еще и наполненные чувством отношения. Когда мы о чем-то говорим, мы хотим достучаться до глубины души, до сердца самого. Не только для разума сказать, но и для сердца сказать. Второе значение этого слова – это воздействовать на кого-либо, заставляя или побуждая, лучше бы сказать, усвоить какую-либо мысль или прийти к какому-либо убеждению. Мы хотим, чтобы вот эти истины, о которых мы говорим с нашими детьми, они стали частью их жизни, их характера, их натуры. Знаете, почему это важно? Потому что мы не можем предугадать всех испытаний и трудностей, которые придут в их жизнь. Но они будут внутри чувствовать водительство Бога. И вот эти Божьи принципы, истина Божья, она будет хранить их во всех обстоятельствах. Может быть, потому не всегда мы можем избежать каких-то искушений и падений, что не всякое Слово Божие еще является частью моего характера, что я только учусь на этом жизненном пути через падения, ошибки, слезы, боль. Бог воспитывает нас, как Отец. А что же значит слово «наставлять»? Однажды Гладков вот в своей повести о детстве написал такие слова. «Давая разумные советы», Он написал так, вспомнить бы сейчас тятеньку. Вот тятенька – это родитель, да, или отец, или родитель. Он бы на ум наставил и пути указал. Вот это наставление – это давать разумные, мудрые, я бы еще сказал, от Бога истинные советы, которые бы помогли найти дорогу и путь в жизни. Вот это очень важно. Почему я сказал, что нам впору молиться о себе. Потому что вот себя проверяя, я могу сказать, что иногда моя молитва о детях – это несколько такая эгоистическая молитва. Я говорю: «Господи, вот ты видишь моих детей, где они сейчас находятся, что делают. Я даже сейчас точно не знаю, где мои все дети и в каких они обстоятельствах. Но я молюсь: Господи, ты знаешь, где они, сохрани их. Ты убереги их, чтобы они сделали правильный выбор, когда придет необходимость». Но Бог мне напоминает, что не только молиться об этом надо, но ты должен наставлять, ты должен научать. Мы должны внушать истину Божию детям нашим. Конечно, это не такой способ, когда мы просто издали приказ, дома у нас будет так, может быть, это тоже нужно, но это именно взаимоотношения, через которые мы делимся и показываем,
как Бог действует в моей жизни, в нашей жизни, в жизни родителей. Я думаю, очень важно нам молиться о себе, чтобы мы были добрым примером в этом. Не только молясь Богу. Бог силен, и Он может восполнить наши немощи, там, где мы не можем дотянуться до, и помочь нашим детям. Он восполнит своим отцовским, своей отцовской заботой, величием, силой и властью. Но Он и от нас чего-то хочет, чтобы мы тоже менялись. А как трудно взрослому человеку поменять свои принципы, устои, расписание, чтобы уделять больше времени в отношениях или в общениях с детьми. Правда? Или, не, или это только у меня так? Но Бог хочет, чтобы мы сегодня посмотрели и на себя. Я, когда речь идет об учении или об ученичестве, я вспоминаю книгу «Евангелие от Матфея». Мне очень нравится эта книга, потому что в ней очень... Это такая пасторская книга. Это Евангелие пастора, который любит и заботится о пастве своей. И в этой книге больше всего, вот, чем в других Евангелиях, учений. У него несколько больших таких блоков, поучающих или наставляющих от Господа детей своих. И Иисус здесь выступает как учитель, который учит нас, детей своих, Царству Небесному. Как поступать, как видеть, как понять, прочувствовать Его. И Иисус как учитель. И Он хочет научить нас тоже быть учителями вот в том окружении, где Бог нас поставил. Я хочу вот самый, наверное, один из самых известных блоков наставления вот в этом Евангелии, это Нагорная проповедь. С 5 по 7 главу, целых три главы, где Иисус учит и дает наставление. Я бы хотел прочитать несколько слов, и перед тем, как мы будем молиться. Я хотел бы прочитать несколько слов. Книга Евангелия от Матфея, 5 глава. Первый стих, с первого начну. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Между первым и вторым стихом стоит точка. И я хочу сказать, что вот в еврейской традиции учитель или раввин, он никогда не начинал свое учение, вот, знаете, на ходу. Пришел, занял какое-то место, сел или встал и сразу начинает говорить. Нет, у них в традиции немножко по-другому. Они должны прийти, вот допустим в данном случае Иисус сел, и должна быть пауза. И вот должна быть пауза. И вот эта пауза, это время или возможность найти вот этот контакт со слушателями. Посмотреть в глаза, понять, с чем пришел этот человек сегодня. Какое у него есть переживание или беда, а может быть, наоборот, радость в сердце. Время, которое позволяет нам наладить или навести вот этот мост или контакт. Я думаю, что очень важно нам, родителям, вот это время находить, чтобы понять, увидеть, наладить, построить вот этот мост. Прежде чем я что-то хочу сказать. Что же видел Иисус тогда, когда много народу, Он поднялся на гору, ученики поближе подошли? Что Он видел в этих людях? Я думаю, вы можете об этом поразмышлять. Кого Он видел перед собой? Что для Него значило, вот, значили вот эти люди? И чему хотел Он их научить? И мы видим, что Он, отверши уста свои, стал учить их, внушать, передавать. Вот эту истину. Для чего? Для того, чтобы когда придут трудности, когда придут испытания, когда будет момент важных решений, принятия важных решений, чтобы они вспомнили Его слова, истину, которую Он им сейчас говорит. И сейчас я хочу сразу перенестись в конец этой Нагорной проповеди. 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Хочу только, вот, может быть, две или три истины вот из этого заключения сказать нам перед молитвой, о которых мы бы могли сами задуматься, о себе лично, о детях наших, о родителях наших. Во-первых, я вижу, что испытания и трудности приходят в жизнь каждого человека. Мудрый ли, неразумный ли, с Богом ты или еще нет, послушный ли ты Богу или не вполне, но испытания приходят в жизнь каждого. И если вы увидите, прочитаете вот эти два стиха, вы увидите, что они почти слово в слово записаны, вот эти испытания. Испытанием должно прийти в жизнь каждого человека. Мы бы хотели, чтобы Бог оградил и удалил вот эти испытания от нас. Но эти испытания должны прийти в жизнь каждого из нас. Поэтому наша молитва, чтобы Господь благословил и помог пройти через эти испытания. Я думаю, что очень важно понять, что вот эти испытания, они как раз-таки и показывают наше внутреннее состояние. В чем мне еще нужно исправиться? Где я еще не соответствую вот этому требованию Божьему о святости, о величии Божьем в моей жизни? И еще один момент. Когда он окончил это учение, мы видим, что весь народ был удивлен. Хотя много было учителей в Израиле, и люди с удовольствием могли слушать эти поучения, но они здесь были удивлены. Что же их так удивило? Мне кажется, их удивило то, что учение Иисуса, оно было направлено не на какие-то внешние атрибуты, но он хотел, чтобы жизнь внутренняя человека менялась. И вот эти внутренние перемены, они будут оказывать влияние и на внешнее, и на окружающее. Бог хочет, чтобы мы внутренне менялись, чтобы мы учили и наставляли, и заботились, и молились о своих детях, также и о родителях. Пусть Господь благословит нас. Вот иметь это, вот этот мир в сердце, шалом, который бы позволил нам всегда искать истины Божьи и передавать ее. И самим учиться, когда родители наши тоже нас наставляют. Вот эту взаимосвязь, преемственность Бог положил в основание воспитания, духовного воспитания. Я хочу сказать, что, или может быть даже не то, что сказать, а ободрить вас, дорогие родители, сколько бы вам ни было лет и сколько бы ни было лет вашим детям, никогда не поздно начать молиться о своих детях. Где бы они ни были, на каких бы путях и дорогах ни стояли. Это истина Божья, и она будет действовать. Дорогие дети, я тоже хочу ободрить и вас молиться за родителей своих. Потому что вот эти взаимоотношения через молитву, через Бога, через эту истину. Они позволят нам получить вовремя вот эту помощь, безопасность от Бога. Чтобы ухо было открыто к слышанию. Чтобы мы могли прочувствовать вот эту милость и заботу Отца Небесного. Через наше взаимодействие, через наши отношения Он будет говорить к нам. И вовремя пошлет свою защиту и охрану, если мы готовы будем это все принимать.
Так что пусть Господь благословит вас. Молитесь, не унывайте, даже вот когда кажется, что молитва не доходит. Как будто бы ничего не меняется. Знайте, Слово Божие истинно и верно. И оно будет проникать до самого разделения составов и мозгов, до самого сердца глубины человека. И пусть милость Божья, она наполняет ваши сердца. И радость, и мир пусть умножится. Аминь. Аминь. Давайте будем молиться.